Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем творческую встречу иностранных учащихся Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, посвященную началу учебного года. Очень много замечательных музыкантов, которые сегодня известны всему миру, вышли из стен Московской консерватории, представляя сразу две родины. Это свою естественную родину, где они появились на свет, и родину профессии, родину музыкальной профессии, которой для вас станет Московская консерватория. То, что на латыни называется «alma mater». И нам очень приятно, что в ряды студенчества Московской консерватории теперь входите вы, и впереди у вас 5 лет счастливых встреч с замечательными профессорами, со своими товарищами и, конечно, незабываемое время сотрудничества вместе со всеми, кто вам будет здесь помогать. А это очень многие. Это не только педагоги, которые вас встретят в классе по специальности и которые будут читать для вас лекции. Для вас будут предоставлять все возможности сотрудники нашей библиотеки, фонотеки, концертных залов, архива. Вот это все то, что есть богатство Московской консерватории. И, конечно, за эти годы вы все это освоите и будете выносить как некоторый багаж для всей последующей жизни. Но не только консерватория вас в этом отношении будет окрылять. Москва – это удивительный город. Это город, в котором кипит жизнь, в котором интереснейшие выставки, музеи, спектакли. И вот все это мы будем вам предлагать и помогать увидеть и понять. Конечно, за эти годы вы поймете и будете уже как своим собственным владеть русским языком. Я понимаю, что сейчас что-то понятно, что-то непонятно из того, что я говорю. Скорее всего, что понятна интонация. Интонация обращения к вам, как к нашему дорогому новому поколению. Ну и вот, собственно, начало работы. Сразу все расставит по своим местам. Мне очень приятно, что именно вы будете уже жить в новом общежитии. Мы его только что построили, и оно будет еще продолжать строиться. И поэтому там будет и удобно, и уютно. И, опять же, будет возможность и отдохнуть, и поработать. Поэтому в добрый путь. Сегодня мы вам вручим студенческие билеты. Ваш документ, который будет самым главным на протяжении этих 5 лет. А через 5 лет вы получите еще более важный документ – диплом Московской консерватории. Но до этого еще нужно поработать. С праздником вас! Поздравляю!